связи с ухудшением погодных условий, это по прогнозу вчера, должно быть понижение температур, дождь, потом понижение температур, поэтому руководством департамента жилищно-коммунального хозяйства было принято решение подготовить и выпустить технику на линию для подсыпки тротуаров граноцевом. На линию вышли 5:30, работает на данный момент 4 единицы, 4 пескоразбрасывателя на базе Бобката, один механизм, и 4 на базе фотонов 504-х. Работает по улицам города. Работает 2 зила на подвозе. Местами проводим подсыпку, где еще скользковато и так далее. Это основные участки. Это водоканал, спуски с Чорса туда на Харольскую. Занимаемся посыпкой тротуаров, чтобы люди ходили нормально. Які сьогодні вулиці ви пройшли? Победы, Соборную, Небесной Сотни, Цюрюпи, Красина –